и автоматические карандаши. Интересно, как художник, мне интересно работать с городским пространством, потому что оно вот супер заполнено. Вот сейчас. Общество, блин, ну, надо, общество дегустатора, как называется, такой компакт. Да. Ой, так и называется, да. Ну, сейчас мы с ними там разговариваем. Моя маленькая, неанонимное общество. Да. Анонимное общество. Да. Здравствуйте. Меня... Хорошо слышно? И какой-то сейчас рано. Нет. Теперь проверим. Тихо, умеете хлопать? Нет, сейчас мы проверим сначала. Так, а есть ли у нас камера, куда можно показать? Татьяна, сидим. Где камера? Вот поднимите меня, которая вот туда вещает. Адидас, да. Вот смотрите, как он выглядит. У вас всех в эту сторону? Не всех. Татьяна сказала, в какую сторону наклон, или просто сказала про наклон? Справа налево, а справа налево это как? Справа несколько людей прямо держала... Три. Раз, два, три. Отпускайте. А теперь отпускайте по-настоящему, быстро все отпустили! Дальше продолжается обычный разворот с текстом. Собственно, дальше Юрий Львович рассказывает, что если вы не идиот, то двумя корнями вам мат не поставят. Точнее, сначала он показывает, что если вы идиот. Вот вам поставили шах конем, и вы уходите в угол. Естественно, второй конем делается... Дизайн, просмотр, еще, слишком банально. Бросаем дизайн, отлично. А если реально это будет, то... Давайте, ладно, раз. Напоминаю, бросаем дизайн. Раз, два, три. Бросаем дизайн!